вайб тут крутой. Такое солнышко светит. Мы приехали из именно из... Вот два дня назад мы были в говне вот посюда. А мы сейчас мы 10 часов назад доширак ушли. И диким холоде, а теперь вот... Пацаны, умоляю пиццу, иначе я откинусь, типа. У меня именно желудок просто. Вот стритфуд. Вот тут есть какой-то прикол. Хот-дог, кесадилья. Вот. Хорошие. Шоколадные блинчики, фирменная яичница с томатами, беконом, луком и укропом. О, давайте. Хорошо, да. Через сколько подойти примерно? 10 минут, хорошо. А это что такое? Ой-ой-ой-ой. Владик, не смотри. Не смотри. Он сейчас его посыпет. Он сейчас его посыпет. Блядь, что за хуйня? Он сейчас его посыпет. Влад, не надо. Взять, брат, ты... ну не надо. Ну маску дай. Ну не надо, брат. Дай, дай маску мне. Ну не надо. Ну серьезно говорю. Ну нам не нужны эти последствия. Тять, да подожди. Влад, ну не надо. Ну хочу посмотреть телек. Сейчас запотеют очки, я вообще взорву тут все. Уже запотели. Здрасте. А, тут машина. Влад, ну надо брать. 21. Ну-ка. Не, ну тебе такая машина тоже подходит визуально. О, лодки. Ай, ёпта. Не нравится мне это место. Не нравится? Ну, чуть-чуть, ну, вайп такой. Красотища. О, давайте на лодке тур. Там минус интернет. Интернет в воде падает. Почему? У фриков, у питерских ребят, которые ездили в Сочи, у них не работало. У них работал интернет. Не работал. Они, на лодке отъезжали за хуй тучу миль. Ой, там грузинская кухня, боже. Ура, ура! Это собака? А можно показать? Какая хорошая. Смотри. Да. Ёлки-иголки. Цып-цып-цып-цып-цып. Это морда. На мочалку похоже. Спасибо. Уже машина? Надо через 30 секунд будет переход, надо бежать и надо поснять камеру, как она подъедет. Саш, не бежи, надо поснять, как она подъедет. Держи. Держи, побежали. Кепка слетает, Владусик! Я очень быстро бегу! Ладно, кола на цвет... О! Вон она! И да, мы знаем про еду. Какие-то кучки, конечно, у машины есть, вы не пугайтесь, ничего за это там никаких... Скажите, ограничения по скорости какие есть? Сейчас я вам все покажу. Ага, ну, вот. Облупилась. Как бы, ну, тут ее практически не видно. Короче, вся машина целая. Да, смотрите, что. Только она грязная, мы можем не видеть. Ну, грязная, да, я за вас за мою смойку не буду брать деньги за мойку, потому что сейчас, если мы будем мыть, мы и потеряем еще час. Ну да. По большому счету. Ну просто мы же можем из-за грязи не увидеть какие-то мелочи. Боже, да. Ой, нифига, скользчик нормальный. Небольшая. Надо позвать сюда. А это так и было? Я, собственно говоря, притер. Что? Да, это все с завода. А, мужик с приколом, хорошо. Знаете, сколько сейчас эта машина нам обойдется в списании с карты? 350 тысяч рублей. На сутки она стоит 100 тысяч рублей и залог... А, нет, 300 тысяч получается. Залог 200? У нас 250. У меня проблема. Чё? Нам нужно сейчас 350, у меня 340. Давай. Ого, у меня 6 тысяч на карте, брат. 160 ограничение. Можно купить до 200 за 20 тысяч. Потому что машина сама отправляет, если мы превышаем. А если 200? Братик. А до 300 сколько? Братик, у нас денег нет. До 300 нельзя? 207. У нас денег нет. Реально? Да нет, ну... 160 полная. Эта машина 120 тысяч обойдется. Ну да. 250 вернут назад. Ну это еще не факт. Да факт, но мы сейчас все, ее полностью вокруг снимем. Нет, я имею в виду, придумаешь, ну можно что-то там 210. Шитовский, спасибо за соточку. Ребят, смотрите, как это делается. Вы сейчас пойдите, вы поймете, нужно вам это или не нужно. А, мы что, можем если, онлайн? Если не нужно, наберете меня, скажете вот так, там буквально 5 минут терпите, чтобы я отправил безопасность смс. И все, а потом и с залогом мы разберемся. Все вот эти общаковые вкидываю, а кто-то из вас пока будет оплачивать. Я не хочу платить. Я говорю, у меня 6 тысяч на карте. У чувачков по 6 тысяч на карте, урус. Мы потратили все, получается, деньги, давай, которые нам вернутся завтра. Они нам вернут. В теории у нас должны быть деньги, которые не из общака. Просто так получилось. Ебаная, сука. Ой, ты шлюха. Владик уже там... Бля, Владику там уже нравится. Пойдем. Может? Пиздец, нас вестит. Там... Комиссию выставила. Она сама может не выйти в режим автомобиля.
Да, типа, вот да, да, да. Ой, хорош. Не, ну, что-то ты в этой жизни знаешь. Не поцарап... Руку убери. Встань просто. Не трогай рукой, встань. Меня теперь можно? Я маме скину фотку. Ага, есть. Новую позу давай. От колесу прям ляж. Молодец. Да, есть. Да есть же, да есть же. Как так все поменялось? Ну? Что? У нас минус 350 тысяч. Да так вернуть же 200. Ну да. 50, наверное. Еще 30 тысяч онлайн. Ебать, это вообще пизда. Да нормально все будет. Молодцы, ребята. Здрасте. Здравствуйте. Специально приехали. Мы специально приехали вам. Реально? Да, реально. Расписаться, давай, распишусь. А, мы специально приехали, чтобы вас посмотреть. Ой, у вас прям семья такая хорошая. А, это еще не вся. Это не вся, и нас еще двое девчонок есть. О. Приветики. Привет. Молодцы, что приехали. Бля. Почаще ходите, летом особенно приходите. Приедем еще обязательно. Спасибо. Удачи вам. Вам тоже удачи. Вам тоже, до свидания. До свидания. Давайте, пока-пока. Пока-пока. Давай. Балки, блин, бежал, слышишь? Счастливо! Счастливо! Вот счастливый, блин, обалдеть! Я вот я бы не представляю, что я с своими родителями вот такую вот суету делаю. Да, давайте так. Счастливого пути. Хорошего вам отдыха, давайте. Че? Или работать. Есть. Ой, нормально. Есть ощущение, что что-то поменялось в твоей жизни, да, после приобретения Урус за 30 миллионов рублей? 350 тысяч. Сколько? Бля, вот 350 тысяч купили Урус. Не битый, не крашеный. Не, мужик, кстати, очень хорош. Ну, он угарный, он тебе покупает приколы. Делаю ставку, то, что за сутки здесь мы не встретим ни одного злого человека. Как будто тут очень добряки. И это просто потому, что тут есть солнце. Кто есть? Солнце. Чел говорит, знаете, вот эти ваши блоги, млоги, вот эти все движения для полицейских, ну это вообще микропроблема. Или она никакого не имеет для них значения. Это как на речке тёлку ебать. И тебя комар укусил, бац, и нет его. Чего говорит? Да, он говорит, что? Ну, это же комар, уже тебе процессу не мешает в целом. Вот это порция. Мне достаточно. Всем приятного аппетита, друзья. А страховка открытая на тебя? Да, но она не действует, из-за того, что там страховка вот 22 лет. Я или как перевел. А? До 200 можно? А, да. А, нет. Если понадобится, наберем он. Сейчас 160. Если надо, то набираем и... Не, наоборот. У меня 1%! Я-то чё, блядь? Урбан там?